свистульки, которые дают там сколько всего, две дырочки, можно сыграть любую мелодию. Я стараюсь делать какие-то свои свистульки, именно свои образы. Я начинала именно из соленого теста. Во-первых, он очень пластичный, вот, и он тоже, скажем так, он как живое сам по себе, этот материал. Потому что начинаешь лепить, если тесто чуть-чуть пожиже, оно начинает ползти, вот с ним начинаешь разговаривать, куда ты ползешь, ну почему ты оседаешь там или еще что-нибудь. То есть это живой материал, а так же, как и дерево. Глина, она тоже живая. У каждой работы, у каждого зверька это свое лицо, свое выражение лица. Я не могу, чтобы так вот одинаковые сделать. Нет, у меня все они разные. Я иногда стряпаю, но это крайне редко. Мне, наверное, хватает того, что я с детьми занимаюсь, вот как-то вот. Больше я увлекаюсь фигурками, чем пирогами.